Здравствуйте, меня зовут Константин Куз, я глава Совета общественной организации «На крыльях надежды Украины». Как вы помните, 3 декабря я ездил, инспектировал аптеки. О том, что вы приняли письмо. Я хотела вас спросить, у вас все-таки работает эта кнопка или не работает? Я не буду давать комментарии, извините. Мне очень приятно о том, что наши письма все-таки доходят, и очень благодарен о том, что директора аптек все-таки отзываются на наши просьбы и переставляют звонки.